Вперед, Альфа! Альфа! Пять блинных станций, две зоны с самоваром, а еще театральные постановки, стрельба из лука, чеканка монет, роспись пряников. Детская масленица в парке Раздолье собрала людей с самыми разными увлечениями. Мне нравится сама атмосфера, которая создается вокруг праздника, то, что все организовано так хорошо, ну и разные развлечения. Самовар больше всего понравился, огромный. И погода хорошо, хоть не минус 20. Более 3000 человек пришли на праздник, чтобы зарядиться положительными эмоциями и энергией. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, узнав о масленице в любимом парке, тоже не смог остаться в стороне. Как истинный любитель стрелкового спорта, принял участие в мастер-классе по стрельбе из лука. Все пришли с детьми. Прекрасная организация. Здесь и театр, и аттракционы, и всевозможные мастер-классы, и блины, естественно, и чай. И, в общем, мне кажется, очень хороший сегодня будет день для всех, кто пришел, погода соответствующая. Для детей подготовили много развлечений. Катание на лошадях и хаски. Интерактивная развлекательная программа в амфитеатре. Старинные подвижные и плясовые игры. И это еще не все. Ну и, конечно, красивые фотозоны, и можно попробовать блины, попить чай с самоваром, встретиться со своими друзьями. В прошлом году наш парк принял более 5000 посетителей. Я думаю, что в этом году будет тоже много народу. После долгих гуляний на свежем воздухе можно прийти и насладиться горячим чаем и вкусными баранками. Детская масленица в парке Раздолье прошла с размахом. Не только детям, но и взрослым было интересно. Как и положено масленице, праздник получился семейным, ярким, атмосферным и очень веселым. Эмоций и заряда позитивной энергии хватит надолго. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».